Подстилка Агростраж Ферма – это зоогигиеническое средство, абсорбирующее осушители отечественного производства, предназначенное для напольного содержания птицы и иных сельскохозяйственных животных. Агростраж Ферма позволяет сохранять оптимальное санитарно-гигиеническое состояние подстилки и поверхности производственных помещений. Агростраж Ферма для напольного содержания животных представляет собой светло-серый порошок с небольшими крупинками. Обладает ярко выраженным хвойным запахом, так как включает в себя измельченные растительные волокна из деревьев хвойных пород, основной части сорбционного компонента, и эфирное масло сосны обыкновенной. Это масло известно своими бактерицидными свойствами и репеллентной активностью по отношению к насекомым и клещам, а также гипоаллергенностью по сравнению с эфирными маслами большинства других растений. Технология производства Агростраж Ферма позволяет его применять в сфере органического животноводства и птицеводства. Основным же компонентом подстилки являются минералы биогенного происхождения на основе диоксида кремния. Современная обработка сохраняет высокопористую структуру их частиц и придает им глобулярную форму. Поэтому минеральные частицы совместно с эфирным маслом сосны обыкновенной обеспечивают эффективную защиту от заражения эктопаразитами, клещами, блохами, пухпироедами, власоедами и ограничивают их развитие и распространение. Кроме того, пористая структура минеральных частиц позволяет длительное время предохранять эфирное масло от испарения и потери его свойств. Благодаря высокотехнологической обработке и подобранному соотношению массовых долей и гранулометрического состава компонентов, Агростраж Ферма обладает повышенной влагоемкостью до 390% по массе, что выше показателей многих других зоогигиенических средств на российском рынке. Агростраж Ферма представлен четырьмя основными вариантами фасовки – 1, 3, 4 и 15 кг. Для первых трех фасовок используется прочная пластиковая упаковка Дойпак с многоразовым замком. Для 15-килограммовой фасовки – трехслойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем.